Вот сейчас я вот в такой приватной беседе, один на один с вами, хочу вам рассказать о том, как наши мысли, образы, ассоциации отражаются на нашем внутреннем мире, на нашем здоровье, на нашем ощущении реальности, ощущении себя в реальности. И вот здесь вот часто сталкиваюсь я с теми людьми, которых называю невротиками, ну, не в плане, что они конченые люди, а наоборот, они очень творческие, с воображением, я сам творческий с воображением, но мое воображение конструктивно. И вот здесь важно, когда ваши мысли становятся конструктивными, когда ваши мысли направлены на то, чтобы качество жизни ваше было хорошим. Я не спорю, нужно вести здоровый образ жизни. Ну, здоровый образ жизни – это в другом ролике. Но сейчас я хочу говорить о здоровом образе мыслей, о конструктивном образе мыслей. И вот этот конструктивный образ мыслей позволит вам жить качественно, долго, радостно, ну и с всякими преодолениями. Я не могу похвастаться о здоровом образе жизни, ну там типа зарядку, здоровое питание, режим, как говорится, здесь по полной. Я только не курю, все остальное для своего здоровья делаю вредное. Но мысли у меня конструктивны, экологичны, и вот поэтому я в 70 лет тот, кто я есть. Хотя кто-то скажет, у вас, наверное, генетические задатки по здоровью были, вы сибирское здоровье, да тут нет. Мне уже в 18 лет поставили гипертонические какие-то проблемы и не взяли военно-морской флот. То есть родился-то я не очень-то крепкого здоровья, я ума большого родился. Вот. А вот мысли из-за этого ума я делал конструктивные, не изучая психологию. Это потом я уже начал изучать психологию, когда создал себя, внутренне создал характер, волю. Так вот, мои дорогие невротики, давайте-ка вот здесь научимся материализовать мысли, чтобы насморк у меня полутора суток, да я вообще, как говорится, в окопах не болею. Несмотря на то, что и хвост потерял, и лапы ломят, и шерсть клоками летит, я вам скажу, что конструктивность мыслей, она позволяет мне поддерживать мой тонус, поддерживать мое здоровье. И я, как говорится, еще ого-го, вот еще зарядку начну делать, тогда буду совсем три раза ого-го. Так вот, друзья мои, вот здесь важно, наши мысли материализуются и отражаются в нашем здоровье, в качестве нашей жизни. Вот она, где материализация настолько важна, и она вот имеет прямое действие. Подумайте о том, что вы упадете, когда идете по веревке, по канату, и вы упадете. Но если вы подумаете, что вы немножечко, как говорится, промерзли и не заболеете, и не обязательно пить, не знаю, что там, Фервекс или еще что-то. Ты знаете, я не болею. Вот что важно. Тем более у многих есть некоторые органические заболевания, которые мыслями можно, ну, как-то микшировать и избавляться от каких-то плохих, трагических последствий. Итак, материализация мыслей, направленная на ваше здоровье, на ваше качество жизни, на ваши симптомы. Вот здесь важно, запомните, это ролик начала, когда мы материализуем мысли, направленные на наше здоровье, на наше качество жизни, на то, чтобы эти песни
нам воробьи пели, и мы были радостны и крепки здоровьем. Но зарядку делать-то обязательно, это я себе говорю, ну и вам, наверное. На связи, подписывайтесь на мой канал.